Привет, друзья. Как ваше настроение? Как ваше ничего? Какое может быть настроение, когда идет уже третий год война? Замучился я с этим микрофоном. Я уже не знаю, как его настроить, на какое расстояние. Поп-фильтр ставить, чувствительность и все там. А, я уже запутался. Если честно, то извиняйте, то тихо, то громко, то непонятно вообще, как оно работает. Давайте с чего мы начнем. 10 октября добавлена система автоматического прогноза алхимии. Неймоверно. -no. Можно выбрать до 5 тип целевых предметов. Я вам покажу самые актуальные крутки, которые есть и которые крутят. Это ролл 1.1.3.0, 8.3.0, 3 восьмерки, или краснуха, трясинки. В целом я очень доволен этой алхимией. Что мы тут видим? Мы видим, можем выбрать, как одиночную цель она искала. Появляется в ячейке там желаемая вещь одна, и оно показывает. Или должно появиться во всех ячейках эти желаемые вещи. Мы включаем остановить при появлении всех предметов. Это я так понимаю. Но лучше, конечно, одну вещь, то, что у вас АД нас горит. Очень быстренько крутит. Как по мне достаточно быстро, ну не сверх там быстро, но я бы если сам крутил, я бы это с такой скоростью не крутил, так, теперь свечение белое, синее, золотое выбираем золотое, потому что при золотом максимально уменьшается получение слота первого и увеличивается получение слотов от второго до пятого дальше мы идем, ну количество круток, чтобы, вот вы сами понимаете, 100 раз крутнуть это лям адены. и что мы ищем, вот мы сейчас видим ролл 2 единички 3 нуля мы тут ищем восьмые вещи к примеру мы хотим там сапоги авадон что-то хотите найти нужно начинать с большой буквы пишем зубей перчатки сапоги зубей потом берем перчатки молнии и вот мы можем искать в диапазоне 5 предметов к сожалению еще сапоги молнии нельзя добавить но я предполагаю, что шанс появления вещей молнии ниже, чем Авадон и Зубей. Не знаю почему. Если вы, ребятушки, которые вместе со мной играете в это дерьмо, скинете какую-то табличку, там, появление в процентовке, если есть такая <связь> табличка, возможно, в процентовке, да, вещей, чтобы... Вот мы нажимаем, и все, и оно погнало. В опачки. Один из предметов это зубей перчаточки. Оно нашло. В третьем слоте. Офигенно, да. РМТшники, прыгайте. Батафермеры, радуйтесь. Ваше время пришло. Уничтожайте рынок. Радуйте Гэтсби. Гэтсби только будет рад, когда вы накрутите ему по 300 алмазов. Бижу. Идем в следующий ролл. Тоже популярный ролл. Но здесь мы уже ищем бижу. Кольцо страсти. Плюс первое нулевое. Почему только эти две вещи? Потому что остальные вещи. Баюм, Арфен. Вот пояс дракона. Пояс дракона уже падает у нас в четвертом слоте. То бишь только вот эти вещи мы можем найти. Кольцо Баюма вообще пятый слот. Выставляем золотое, включить. В зависимости сколько у вас адены, можно тысячу. И нажимаем поиск. Опа, оно нашло нам в третьем слоте бежо. 8 3, Все круто. Дальше идем. Краснуха. Тут мы ищем то же самое. В прошлом роли. Кольцо страсти. Видим пояс дракона в третьем слоте. Сдвигается. Пишите, какие еще можно бежи найти в этих слотах. Может быть я что-то пропустил. Это та бежа, которая ищется. Вот и во втором слоте. То же самое. Золотое. В зависимости сколько у вас адены. Погнали. Аннигилируй и властвуй. Уничтожай эту игру. Обесцени рынок. Делай отток людей отсюда. Все для тебя. С тобой, дядюшка Розе. Я показал те самые популярные роллы, которые есть в этой игре. А там дело за тобой. Добавлен бот для алхимии. Ну, конечно, он неполноценный. Хотелось бы и побольше вещей, чтобы было. Но... Какой есть, такой есть, к сожалению, Дареному коню в зубы не смотрят. Можем выбрать до пяти вещей. Все элементарно, ну тут даже пятилетняя девочка разберется. Добавлен автоматический прогноз. Идем дальше по обновлению. Добавлена арена логового Фафуриона. 70 уровни, там будут куролесить, тыкать друг друга разными предметами, очень круто. Свиток Фафуриона, который если победить Фафуриона, там различные интересные вещи. Смотрите. Камень улучшения класса. Камень улучшения класса легендарный. приколь. Сундук Фафуриона с трофеями высшего качества. Это стопроцентная награда. Знаки, ордена, ничего себе. Ждем стрим от курения, как он будет падать под Фафуриончиком. <laughs> да, я жду. Начинается вторая неделя арены Острова Дьявола. Эрика Зикард, Барс Леона. Обновление для классов с посохом. Удар пламени, это очень интересно. Удар пламени до пяти врагов. Наполняет тело персонажа энергией огня которая периодически вырывается наружу до пяти врагов. Время действия одна минута. Это теперь баф. Это теперь баф. При успешной атаке с определенной вероятностью наносит урон по области. Это охеренно. Это просто круто, ребят. Буря 2 теперь стала уроном по области. Усиливает бурю 1. Также негативные эффекты. Они, короче, складываются, эти отрицательные эффекты. Тайная мощь. Это скилл за Адену. Теперь он еще дает мах точность. Ледяной кристалл. Это у нас уже легендарный. Усиливает эффект кристалл Инея. Накладывает дополнительный эффект на замороженные цели. Заморозка снимается по желанию заклинателя. Или если враг получает определенное количество урона. При использовании на себя снимает отрицательные эффекты аномального состояния ниже героического уровня. До 5 целей. Давайте посмотрим, что же бафнули. При использовании умения на себя или союзникам к эффекту заморозки добавляется временный иммунитет к урону. При использовании умения против врага заморозка действует на область. Я ошибаюсь ли это уже было? Что-то они апнули. У меня просто этого скилла не было. Это как бы скилл пвпшный, легендарный Это еще какой-то там грация 1 или что. Без понятия. Восстановление заклинаний это обновление всех скиллов. И после улучшения умения восстановления заклинаний 2 не используется следом за умением восстановления заклинания 1. Очень интересно искривление пространства, сила магии увеличивает скорость, а также перемещает, искажает пространство и перемещает в место, где у персонажа будет преимущество. Если применить против врага за пределами дальности, то происходит перемещение вперед. Если применить против врага в пределах дальности, то происходит перемещение назад. Очень интересный баф, который дает ну, отпрыгнуть или подпрыгнуть к врагу. Если применить на союзника, то персонаж перемещается к цели. После перемещения накладывается положительный эффект сопротивления аномальным состояниям. Цель одиночная, время действия 5 секунд. Увеличивает скорость. Аномальное состояние, что сопротивление подтягиванию, отталкиванию. Добавлен эффект увеличения скорости при использовании умения. Хаос легендарный. Хаос это атакующее заклинание. В одну цель очень сильный урон. Если в ПВП, если кто-то раньше брал метеор, а кто-то хаос, то, конечно, персонаж с хаосом побеждал усиливает эффект паразит. Очень крутой скилл, он тебя стопорит, ты не можешь телепортироваться. Также в тебя вселяет паразита, который сосет жизни и отдает персонажу, который наложил данный дебаф. Также хаос снимает положительные эффекты дополнительно. Без дына Черное копье Шилин. И тут где-то дрова забегает. Шилин, я тут тебе покажу свой шилин. Черная копье обрушивает на цель несколько раз, нанося мощный урон тьмой. При попадении первым или вторым из ударов с неким шансом применяет эффект паразит. Цель одиночная, фактор сопротивления удержания плюс уровень. Бездна это усиление холосом. При попадении первым или вторым ударом с неким шансом призывает эффект паразит. Короче вот такое. Невозможно двигаться, использовать возврат и телепортацию. Атакуя цель, находящаяся под действием эффекта паразит, персонаж поглощает хпмп. Ограничение скорости с определенной вероятностью снимает полезные положительные эффекты, уменьшает защиту, состояние удержания, уменьшает снижение урона в состоянии удержания. Очень круто. Усилий эффект паразита, теперь он с определенной вероятностью снимает цели положительные эффекты, также добавляет эффект уменьшения физзащиты и снижения урона. Дополнительно при атаке цели с эффектом паразита увеличивается ТПМП, которая поглощает персонаж. Портативная гравитация. Сила персонажа возрастает настолько, что он может свободно управлять гравитацией, создавая и развивая гравитационные поля по желанию. Кроме того, гравитационное поле становится еще сильнее, увеличивается его размер и добавляется эффект паразит для врагов, которые проведут определенное время в этом поле цель на себя. Усиливает гравитацию скилл, шанс удержания плюс 10%, отсутствует перезарядка гравитации, гравитация увеличивается в размерах. Паразит, также накладывает паразит. Во время действия гравитации продолжается, полощение МП, сосет МП, ХП. В целом вот такой вот ап мага. Добавляется новая ячейка для снаряжения заправа до «Блести». Очень интересно, плюс 2 дает точность, плюс 3 еще весь урон. Если плюс 5 точим, увеличит урон от оружия. Плюс 6, короче надо на плюс 8 точить, чтобы максимально получить точность. Но ну, это очень крутой бус по точности. Если хотя бы даже до плюс 5 доточить, надо ждать паки с промоушенами, где там будет 100 штук этих забрало и пытаться точить. Так, исправление. Исправлена ошибка, из-за которой умение молитва не действовала в некрополе. Молитва я не должна в некрополе действовать. Добавляются два ивента. Перед проведением ивента замок Марлука появляется на всех серверах. Ответный удар за Рыча. Это ивент. Пройдет 13 октября, воскресенье 22.00. Только тут что-то увеличено время немножко. На 3 часа там в анонсе было час. Тут уже пишут до Будут появляться монстра-боссы. Эссенция Зарыча дает тысячу осколков. Победа над финальным боссом Силихаденом. Появляется торговец. NPC исчезает 23.59 14 октября. То он сутки будет стоять. А вот билет Зарыча будет стоить цена Адена. Свитки модификации. Пламя Зарыча. Так тут все за Адену, смотрите. Мы можем поиметь ордена, знаки, кристалл, улучшенный кристалл, карты испытания легендарного класса. Ну карта испытания мы знаем, что там процент... Ну короче куча налей. Карта роскошного артефакта, это все за адена, типа ивент. Надо победить Селиходана и у торговца мы покупаем различные предметы. также также эти торговцы там по анонсу будут появляться и в городах. Орен, Аден... Если на 2 заточить, мы получаем сундук с классом героическим на выбор. Очень круто. Если ты только начал, там кто-то писал в комментариях, что шанс заточки вроде бы 20%. И реально там заточить до 2-3. До Убийство вот этих мобов, что там будет, очень интересно. Увидим в воскресенье. Добавляется вот такой вот бонус. Ежедневно даются карты на выбор. Первый день мы получаем артефакт. Роскошный второй день мы получаем. Артефакт высокого, очень круто, очень вкусно. Ордена славы, такой неплохой. Бонусик, финальная награда, карта мастера. Карта мастера до выбора, хотя он или класс. Перед финальная награда у нас карта героическая, легендарная. Тысячу виталки. Кристаллы души в размере 6 штук. Ну, короче, неплохая награда, так, там. Дальше идем, продолжается смена сервера. Ребят, не пропустите, до 15 числа еще можно успеть поменять сервер, если он вам не нравится. Полететь за какой-то вещью на другой сервер, если она там стоит дешевле, 1200 туда-обратно. Не пропустите, смена сервера продолжается, смена сервера. Новый предмет забрала за реальную валюту можем купить вот такой вот интересный пак, в котором будут алмазы. Забрала в количестве 5 штук. Знаки ордена 4к алмазов. 4к алмаза и получаем дополнительно новый итем забрала, который дает нам точность. Старая. Ну, короче, очень неплохо. Вот еще тоже донатный, тоже с забралом, плюс 10 забральчиков, тоже с алмазами. Начинается смена классов посох. Давайте посмотрим. Ага, и сабы тоже считаются как глад, да, и вот у них есть саб. Так, и уже 45. Алмаз, короче, 4,500. Снежный шторм и восстановление заклинаний можно купить дешевле на рынке. Все поскупали, а ну, парные мечи. Возмездие, удар света, вот вообще. А ДН1, А 2 если я не ошибаюсь. Сфера дракона, ветра. Пак с алмазами, немножко ордено. карта. Табный пак. Если мы скупаем 4 пака, мы получаем вот такой красивый мешочек. В котором будет расходка. В самом паке 10 карт высшего по 11 раз. Ну, ордена стандартно, знаки, кристаллы. лучный кристалл, зелье пробуждения, реликвия энергии. Вот так вот. Опа, четырехэтапные на агатионов. Знаком создания дополнительно можем карты создать. С повышенным шансом получения рыцаря тени бездны. То бишь если фиолога, то будет по-любому рыцарь тени бездны. И рыцарь теней красный, вот 1.6%. Скупаем 4 пака. Мы дополнительно получаем карту мастера. Ну, свиток. Знак создания дракона ветра, за который мы можем создать брошь. И у нас открывается еще к четырем пакам. Агатен пак Дэй. В самих паках. Карта артефакта. Очень хорошо орденовый знаков. Кристаллы убрали. Зелепробуждение, чистый эликсир, реликвия энергии. Карта мастера 11 раз. И карта высшего 6 раз по 11 раз. Крафтим за сферы дракона. Что мы можем? Еще можем успеть свиток скрафтить. Промоушен на миф. Возможно. Пентакли у нас до 26.02.25. Книга наследника. Игнорирование сопротивления урона плюс 5%. Поглощает жизненную энергию врагов после его смерти и восстанавливает хп плюс 20%. Абсолютная точность плюс 2%. Сопротивление урону плюс 5%. У оглушенного персонажа сопротивление оглушению временно плюс 3%, снижение урона плюс 5%. Увеличивает шанс сопротивления частому наложению аномальных состояний. В этот раз промоушен вещами, запечатанная династия, плащ аркана, шанс оглушения, сопротивление умения. Плащ света и обычный фиольчик. Шлем забыли положить. Давление вообще. Нравится ли пиши свои комментарии, как ты относишься к этой игре, этому полумертвому продукту, который никак не загнется.